жизни по пути. Знаешь, друг сердечный, многое, конечно, нам еще придется пройти. Две свечи к утру догорят, оставляя в мире свой след. Две свечи в темной ночи дарят свет всем одиноким. Две свечи к утру догорят, но пока не гаснет огонь. Если ты одинок, протяни свету ладонь. Поиски, сомнения, взлеты и падения будут, но скажу тебе вновь. Не теряй надежду, завтра, как и прежде, миром будет править любовь. Порой нам хочется тишины, здесь нет твоей и моей вины. Ведь знаешь, ты сама легко сойти с ума от мирских забот. Перед Богом мы все равны, будь мы богаты или бедны. И если есть еще в твоей душе огонь, протяни мне ладонь. Две свечи к утру догорят, оставляя в мире свой след. На Русском радио в Перми информация о погоде. Завтра в нашем городе ожидается малооблачная погода. Местами возможны дождь и гроза. Ветер будет юго-восточным со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 21 градуса, днем от 22 до 25. Реклама на Русском радио. Ремонт с Евразией стал еще доступнее. Светильники, отделочные материалы, сантехника и огромный выбор мебели теперь по ценам фабрик-производителей. Торговый центр Евразия. Главный по ремонту. Героев Хасана 56. Новых вещей много не бывает. Доказывай вместе с нами. Пунто Данса, Компро 49. Скидки 70%. Пока они учат, как открыть свое дело, перестать работать на дядю или менять работу каждый год, он говорит: улучшай себя там, где ты сейчас. Автор бестселлеров России, 45 татуировок менеджера и 45 татуировок продавана Максим Батырев в Перми. 2 и 3 сентября ждем вас. Начните изменения уже сейчас. Звоните 206-08-36. 206-08-36. Организатор школы бизнеса «Каменный город». 16+. Я тоже думала, что некрасивых людей не бывает, пока не примерила шапочку для бассейна. Телефон рекламной службы Русского радио в Перми. 261-9696.